Так, дорогие друзья, мы на 124 этаже башни Бурдж-Халифа на высоте 450 метров. В Дубае. ОАЭ. Сами можете насладиться великолепием и фантастическим видом, который открывается с этой башни. Сегодня четверг, 7 апреля, последний рабочий день у местных жителей. Завтра Святая Пятница, священная, поэтому у них выходной. А сегодня колоссальные просто пробки по всему городу. Не пройти, не проехать. Можете убедиться сами. Вид просто фантастический. Превосходит все возможные ожидания и самую буйную фантазию. Внизу, слева, Дубай Молл, самый большой торговый центр в мире. А прямо под нами это озеро, где происходит волшебство. Представление поющими фонтанами с подсветкой. Не знаю, такое впечатление, что довольно сильно пол ходит под ногами, что ее хватает. Так, перед вами это печально знаменитый отель «Адрес», который умудрился загореться в новогоднюю ночь с 15 на 16 год, 31 числа, перед самым фейерверком и салютом с этой башни. Но поскольку всех успели эвакуировать, жертв не было, решили фейерверк не отменять. Сейчас его восстанавливают. Вы вместе со мной будете наслаждаться видом сверху. О, начало фантастического шоу. Напоминаю, мы на высоте 450 метров, 124 этаж башни Бурдж-Халифа. Thank you.
напоминаем, высота струи фонтана достигает 150 метров в высоте 50-этажного дома. Все. Сеанс коротенький, закончился, а мы продолжаем осмотр. Это практически аэрофотосъемка. Мы с вами, похоже, уже почти в космосе. Дубай Молл во всей красе. Да, дороги, развязки. Все освещено. На освещении улиц никто не экономит. Электричество не отключают. В общем, полная противоположность нашей действительности. Да, довольно трудно комментировать все, потому что народу просто немерено. В очереди в лифты уже нужно стоять около 20, иногда 40 минут. Так, чтобы здесь никого не затоптать и не задеть. Поэтому передвигаемся такими маленькими шажочками. От окошка к окошку. Вот это уже, ага, сама конструкция башни. Видны фантастические пробки. Здесь автомобиль — это действительно не средство, не роскошь, а средство передвижения. Хотя общественный транспорт очень хорошо организован и очень хорошо продуман. Ну, просто для местных особенно он не является средством передвижения, поскольку это для них не то, что не престижно, а просто неприемлемо. Ну, помимо всего прочего, конечно, есть и машины, которые являются действительно предметом роскоши. Чего греха таить. Ну, хотя даже низший уровень начинается с Toyota Camry. Все такси Toyota Camry, поэтому можете себе представить отправную точку, с которой начинаются все остальные автомобили, которые должны быть классом выше. Все выше и выше и выше.